Всем привет, с вами я, Черный Медведь, это канал Black Bear Film, мы начинаем On A Film. 15 актеров телефильма «Оно» 1990 года, где они сейчас. Впервые роман Стивена Кинга «Оно» был адаптирован Томми Ли Уоллисом в 1090 году в формате двухсерийного мини-сериала. Режиссеру действительно удалось снять страшный телефильм, да и с актерским составом он не прогадал. Спустя 27 лет историю «Оно» взялся по-новому рассказать Андрес Мускетти, пока новый фильм начинает бить рекорды в прокате. Приложение Green Tuber. 15 место. Деннис Кристофер, Эдди Касбрак. Деннис Кристофер проснулся знаменитым после выхода комедии «Уходя в отрыв». В 1979 году тогда он получил премию БАФТА в номинации «Самый многообещающий дебютант». Затем американский актер снялся в таких успешных картинах, как «Уход в черное», «Падение», «Огненные колесницы» и «После». Телефильма «Оно» карьера Кристофера не сбавляет оборотов. Так, в 2012 году актер снялся в фильме «Джанго освобожденный». 14 место. Гарри Андерсон, Ричи Тозиер. До съемок «Оно» Гарри Андерсон гастролировал с программой «Фокусника-иллюзиониста» и несколько раз появлялся в популярных шоу. После ужастика он остался в киноиндустрии. Начал писать сценарии и продюсировать проекты, а не так давно сыграл роли в фильме «Вопрос веры» и сериале «Студия 30». 13 место. Тим Рид, Майк Хенлон. Актерская карьера Тима Рида началась в 1974 году с ситкома «Это моя мама». После «Оно» Тим остался на сцене, но в основном участвует в телешоу, среди которых «Такая Рэйвен», «Соседи по комнате», «Области тьмы». 12 место. Аннет О'Тул, Беверли Марш. Свою карьеру Аннет начала в юном возрасте, эпизодически появлялась в разных шоу. В 1983 году она сыграла возлюбленную Кларка Кента, Лану Лэнг, в фильме «Супермен 3». Всемирно известной сей принесла роль Марты Кент в телесериале «Тайны Смолвиля». В прошлом году О'Тул снялась в фильме «Женщины-убийцы». 11 место. Джонатан Брэндис, Билл Денбро. Джонатан впервые стал сниматься в рекламных роликах в возрасте 6 лет. Затем он получил первую роль в телевизионной мыльной опере «Жизнь одна». Спустя 2 года после роли Билла Денбро в экранизации романа ужасов Стивена Кинга ему досталась главная роль в фильме «Боковые удары» совместно с Чаком Норрисом. И в том же году в фильме «Божьи коровки» совместно с Родни Дженфилдом. Несколько лет Брэндис занимался написанием сценариев к фильмам и пробовал режиссировать. В 2000-м актера перестали звать в новые проекты. Джонатан погрузился в депрессию и в 2003 году умер после предпринятой им попытки самоубийства. 10 место. Брэндон Крейн, Бен Хэнском в детстве. Брэндон Крейн – внук Фреда Крейна, известного роли в фильме «Унесенный ветром». После «Оно» Брэндон пополнил свою фильмографию телесериалами «Чудесные годы», «Шаг за шагом». В 2005 году актер женился и стал отцом. 9 место. Эмили Перкинс, Беверли Марш. Эмили дебютировала в кино в 1989 году, но после выхода на экраны «Оно» она тут же стала востребованной актрисой. Широкой публике актриса наиболее известна по роли Бриджит Фиджеральд в трилогии фильмов «Оборотень», а также по роли Бекки Розен в телесериале «Сверхъестественное». 8 место. Челлан Симмонс, Лориан Винтербаркер. Челлан было всего 8 лет, когда ее пригласили на роль Лориан Винтербаркер. Став постарше, девушка сыграла в таких известных фильмах, как «Кэрри», «Подземная ловушка», «Пункт назначения 3», «Удачи», «Чак», «Убойные каникулы». 7 место. Оливия Хасси, Одра Денбро. Актерский дебют Хасси состоялся еще в 1965 году. В 16 она сыграла Джульетту в фильме итальянского режиссера Франко Зеффирелли, за которую получила «Золотой глобус». В 2014 году Оливия приняла участие в съемках фильма «Социальное самоубийство», который переносит историю шекспировских Ромео и Джульетты в современный мир социальных сетей. 6 место. Джон Риттер, Бен Хэнском. Джон Риттер стал сниматься в различных сериалах с 1968 года, а дебютировал в кино в роли Роджера в фильме «The Barefoot Executive»
Всемирную славу он обрел благодаря ролям в ситкомах «Трое – это компания» и «8 простых правил для друга моей дочери, подростка», а также по фильмам «Трудный ребенок» и «Трудный ребенок 2». В 2003 году на съемках сериала «8 простых правил для друга моей дочери, подростка» Риттер упал в обморок и впал в кому. В тот же день актер умер от расслоения аорты. Пятое место. Шила Мур. Соня Касбрак. До Оно Шила сняла в Jump Street 21 «Отражающая кожа», а после «Материнское правосудие» из «Ниоткуда» «Тайны Смолвиля». Актриса скоро отметит свое 80-летие. Четвертое место. Ричард Мазур. Стэнли Урис. Дебютировал в 1974 на телевидении. Прорывом для Мазур стала роль в фильме «Ганновер Стрит». «Ганновер Стрит». В 1979 году. В 1982 году сыграл роль кинолога Кларка в фильме ужасов Джона Карпентера «Нечто». Фильм имел оглушительный успех, и актер до сих пор приходит на фанатские встречи. После второстепенной роли в фильме «Оно» снимался в таких фильмах, как «Моя дочь», «Человек без лица», «Прощание», «С Парижем», «Перевертыши». Третье место. Ричард Томас, Билл Денбро. Томас уже был довольно известным актером, когда его утвердили на роль Билла Денбро. Сейчас в его копилке множество фильмов и сериалов, среди которых «Хорошая жена», «Полиция Чикаго», «Миллиарды», «Элементарно». Ричард был женат 3 раза, и у него 6 детей. Второе место. Сет Грин. Ричи Тозиер. В детстве. Актерскую карьеру Сет Грин начал в 1983 году. Одна из первых его ролей была в фильме «Отель Нью-Хэмпшир». В 1987 году он сыграл в фильме Вуди Аллена «Дни радио», а в 1990-м исполнил роль маленького Ричарда Тозиера в телефильме «Оно». В 2005 году Грин создал мультсериал «Робоцып». Первое место. Тим Карри. Пеннивайз. Оно. Самые известные работы Тима Карри – роль доктора Фрэнкен Фертера в фильме «Шоу ужасов». Рокки, хоррор и роль Пеннивайза в экранизации произведения Стивена Кинга «Оно». Актер также сыграл запоминающиеся роли в таких фильмах, как «Один дома 2», «Потерянный в Нью-Йорке», «Тень», «Очень страшное кино 2». Карри еще и сделал успешную карьеру в качестве рок-музыканта. В 2013 году мужчина пережил тяжелый инсульт и с тех пор вынужден передвигаться на инвалидной коляске. На этом было все. Подписывайся на канал, ставь лайк. Царапай комментарии, шмякни на колокольчик. Всем пока, с вами был Чо, я, Blackbear Film. Точнее, канал Blackbear Film и я, Черный Медведь. Всем пока, до новых встреч. Смотрите видео каждую пятницу с 12 до 12.45. А если видео наберет больше просмотров и больше лайков в комментариях, то буду выпускать бонусные видео в один из дней. В общем, либо вторник, либо в среду. Разберем. Всем пока.